15 участниц категории фитнес-бикини роста выше 166 сантиметров. Я прошу участниц встать на линию, пожалуйста. Посмотрите под ноги девушки, встаньте на линию. Просьба к участницам встать на линию. Номер 14, 21, 24. Номер 33, номер 41. Встаньте на линию. 33, 41. Итак, мы начинаем сравнение. По 5 спортсменок, пожалуйста. Вперед выходят номера 2, 7, 10, 11, 14. По порядку номеров. Я напоминаю судьям, что ваша задача найти пятерку сильнейших. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Я прошу спортсменок пройти направо от вас край сцены. Пожалуйста. На линию выходит следующая пятерка участниц. 21, 24, 33, 41, 54. Слушайте судью при участниках. Внимание спортсменок, поворот направо. Поворот спиной к судьям. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Спасибо, просьба вернуться на заднюю линию. Следующие 5 спортсменок выходят вперед. 63, 78, 81, 83, 88. Внимание, участниц, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Спасибо. Прошу вернуться на боковую линию. Просьба встать по порядку номеров. За номером 14, 21, 24, 33, 41, 54. Затем 63, 78, 81, 83, 88. Мы начинаем дефиле. Участница под номером 2 покажет дефиле чуть позже. Она попросила паузу, почувствовала себя нехорошо, но мы верим, что она вернется. Номер 7. Марина Гречаная, Вологда. Спасибо, Марина. Номер 10. Мария Ермолина. Пожалуйста. Мария Ермолина.
Спасибо, Мария. Номер 11, Арина Орлова. Спасибо, Арина. Номер 14, Екатерина Синякова. Спасибо, Екатерина. Номер 21, Алена Коваль. Спасибо, Алена. Номер 24, Нина Галкина. Давайте поаплодируем нашим музыкальным операторам, звуковым режиссерам. На каждую девушку они запускают новую мелодию. Обратите внимание, спасибо. Номер 33, Елизавета Вахмянина. Спасибо, Елизавета. Номер 41, Наталья Сержант. Спасибо, Наталья. Номер 54, Оксана Столярова. Благодарю вас, Оксана. Номер 63, Мария Кулигина. Спасибо, Мария. Номер 78, Александра Савельева. Спасибо, Александра. Номер 81, Анастасия Роско. Участницы нет. Номер 83, Наталья Апатова. Спасибо, номер 88, Анна Гришина. Спасибо, Анна. И, внимание, судьи, участница под номером 2, Анастасия Сорокина. Прошу показать свое дефиле. Спасибо. Прошу участницу по номерам 2 занять свое место. Мы ждем первый вызов. Андрей Кашлинов, пожалуйста.
Шестерка сильнейших участниц. Поворот направо. Поворот направо. Просьба сместить вес тела на одну ногу. У меня просьба врача помочь девушке, оказать помощь. Номер два. Врач. Уважаемый врач, номер два нуждается в вашей помощи. Участница номер два снимается с соревнований. Три шага вперед, пожалуйста. Три шага вперед. На дальнюю линию. Внимание, спортсменок, поворот направо. Поворот направо. Прошу вернуться на переднюю линию. Поменяем участниц местами. Шестерка сильнейших участниц. Продолжаем сравнение. Внимание, спортсменок, поворот направо. Поворот направо. Три шага вперед, пожалуйста. Три шага вперед. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Три шага вперед, возвращаемся на переднюю линию. Уважаемые судьи, прошу расставить участниц по местам с первого по шестое. Прошу участниц пройти за правую боковую линию. Семь спортсменок, которых мы не сравнивали, выходят вперед, пожалуйста. Семь участниц выходят вперед. Внимание, уважаемые судьи. Перед вами участницы, которые займут места с 7 по 13. Поворот направо. Поворот направо.
Просьба перенести вес тела на одну ногу, пожалуйста. Да, спасибо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Я прошу построить всех участниц на сцене. Самая многочисленная на сегодня номинация «Фитнес-бикини выше 166 сантиметров». Завершающая на сегодня категория, закрывающая чемпионат Вологодской области «Кружево-шоу». Сегодня 18 марта 2023 года. 18 часов 31 минута. Спасибо, девушки. Прошу повернуться налево, пройти за кулисы. Соревнования в этой категории завершены. У нас остаются церемонии награждения, абсолютное первенство и специальный приз от компании Profit. Церемония «Фитнес-бикини. Рост выше 166 сантиметров». Алена Коваль, Арина Орлова, Марина Гречаная, Екатерина Синякова, Александра Савельева, Наталья Сержан. Просьба стать чуть ближе друг к другу. Девушки, улыбайтесь. Прошу остаться тройку сильнейших. Екатерина, Александр и Наталья покидают сцену. Пожалуйста, Наталья, Александр и Екатерина, прошу пройти за кулисы. Фотография на память. Алена Коваль, Арина Орлова и Марина Гречаная.